апреле в старом парке тает снег, и веселые качели начинают свой разбег. Позабыто все на свете, сердце замерло в груди. Только небо, только ветер, только радость впереди. Только небо, только ветер, только радость впереди. Ну, больше всего, конечно, меня впечатлило подъем на башню и обзор реактора. Это, само собой, что-то фантастическое, потому что мне он представился огромной горой. Даже не сразу стало понятно, что это он, да, что это вот этот вот саркофаг, настолько он инороден всему окружающему ландшафту. Меня впечатлила, конечно же, зона, радиационный заповедник и, в частности, наверное, вот эти заброшенные дома, но больше с такой философской, может быть, духовной, внутренней точки зрения, да, не просто, что это как бы потерянная территория, а что это судьбы отдельных людей. Секундах свысока наступит время, сам поймешь, наверное. Свистят они, как пули у виска. Мгновение, 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 мгновение спрессованы в года. Мгновения спрессованы в столетия, и я не понимаю иногда, где первое мгновение, где последнее. У каждого мгновения свой результат.